52-летняя Памела Андерсон снова вышла замуж. Ее избранником стал 74-летний кинопродюсер Джон Питерс. Влюбленные поженились 5 дней назад в Малибу. Свадьба прошла в обстановке строгой секретности, в сеть не просочилось ни одного снимка с мероприятия. Теперь актриса поделилась первым фото с новоиспеченным супругом. Влюбленные нежно обнимаются на черно-белом фото. Для Памелы и для Джона этот брак стал 5-м по счету. Сексуальная блондинка была замужем за рок-музыкантом Томми Ли, Кидом Роком и 2 раза играла свадьбу с продюсером Риком Соломоном. С Питерсом актриса знакома на протяжении 35 лет. Пара встречалась какое-то время и несколько месяцев назад они возобновили свой роман, который и привел к свадьбе. У Джона Питерса были отношения с Барбарой Стрейзанд. Влюбленные встречались на протяжении 12 лет и расстались в 1985 году. Памела Андерсон призналась, что пережила групповое изнасилование. Актриса позировала обнаженной. Она примерила откровенный белый купальник на яхте.